Спонсор этого выпуска – интернет-магазин Game Store, где вы можете купить многочисленные ключи и аккаунты по низкой цене. Также для зрителей моего канала специальная скидка в размере 10%. Подробности и ссылка на сайт в описании ролика. Ну можно было в голову одним выстрелом мне костюм запачкать, какого хрена? Мне нравится, как ты, я тебя стреляю, ты такой, пуля в плечо такой, он стоит, его трясет. Нет, я так и думаю, ну нафиг ли, я спокойно стал, чтобы одной пули в голову. Я будет весь костюм грязный. Извини, чувак, я бухал вчера, поэтому все, у меня трясутся руки, не могу стрелять. А, ко мне приехал другой чувак, который типа, опс, уже тут все сделано. Ну, они за мной. Хорошо, что у нас бронированная машина полностью. Да, она у тебя прям вообще так бронирована. То даже стекла не могут пробить. Найс. Сколько стоит вообще такая вот броня? Такая 200 с чем-то. Есть еще более большая машина на 6 человек, она стоит 350. Она мне тоже куплена. Не, она прям машина бронированная или ты кастомайзишь отдельно? Она изначально бронирована, ты можешь ее еще закастомайзить. Блин, этот пришел. Пришел чувак, да, он, по-моему... Он агрессивен, да? Да, он расстроил, что ты его... Что значит позвонить в дверь квартиры? Это моя квартира. Нет, я никому не хочу звонить, я хочу домой по базе. Я на ограбление приглашаю. Чё, как, зрители? Это Гагатун и Своти. Здравствуйте, здравствуйте. И сегодня мы будем играть новое ограбление в GTA Online. Дело в том, что немного... Они не работали вчера ограбления. Потому что слишком много людей хотели... Вот вы даже видите, сколько людей просто мне одному приглашение присылают. Слишком много людей хотели поиграть в ограбление, не все смогли. Но вот сегодня мы попытаемся смочь все-таки. Ну это мы видели уже. В моей катсцене, кстати, я нес этот ящик. И люди писали, типа, две бабы несут ящик. Это 9 марта. Блин, я такой думаю, чем мне мешает, а я сок перед телевизором поставил. Кого? Ну, банку с соком. А. Прям перед телеком. И такой думаю, что-то не мешает. Хотя, я когда смотрю теперь персонажа в катсцене, так как тут катсценное лицо. Да. Полноценное. У тебя выглядит не как Джон Уик, у тебя выглядит как будто как пробухавшийся такой вообще неуходящий. Ну да, я знаю, как это. С собой мужик. Ника Белич. Такой в костюме, да. Ника Белич с длинными волосами, да. Да, я согласен. Но со спины ничего так нормально выглядит. Да, ты, кстати, что ты не купил себе, там есть черная рубашка. А я не хотел черную, у него не всегда черная. У него же черная, ну в основной... Ну, мне кажется, основная у него на постерах была черная рубашка. Ну, на постере, да, а в клуб он пошел в черно-белый. Такой белый. В белый. Мне черная мне больше нравится. Ну, потом поставлю. Потому что мы все в черном, а ты так белой рубашкой палишься. Не стелс, не стелс. У меня зато перчатки кожаные, черные. У меня тоже. Мы стоим такие. Ну мы слишком серьезно одеты, мне кажется. Мы сейчас будем каких-нибудь, не знаю, там гангстеров играть. Не-не, или подожди, мы уже выполнили первую часть? Мы уже катались на машине? Да, на разведку. Сейчас вот будет «Добудьте машину для отхода». А когда вы катались на машине? Я вчера, сразу первое, мы же ты ездили. Ты меня катал, что да, ты еще взламывал. Сука, а доктор Дум. Call of Duty возвращается. Так, кстати, если бы мы его выбрали по заданию, то у нас бы маски можно было одевать, снимать. Давай, сейчас селфи сделаем, стой на месте. Окей. Первое ограбление такое в Твиттере. Там копа заметает. Да, так, смотри в другую. Сейчас, подожди, вот, так, делай еще раз так, сейчас. Так, ладно, ладно, так, смотри только в мою сторону. Вот, 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 идеально стоишь. Моргнул, не моргнул в этот момент? Не знаю. Еще раз. Еще разок, сейчас, подожди. Давай, делай. Такие стоят люди в масках. Что я теперь делаю? Ну, ничего ты не делаешь. А, я пальцем пока. Я такой, сука, нам нужен ты, сука, понял? Давай еще раз сделаем. Мы тебя закрепим. Мы тебя закрепим. Блин, я, кажется, сделал офигенно, мне кажется, фотку. Потом пришли мне в Твиттер, я такой. Я надеюсь, они сохраняются или нет? Это должен отдельно нажать сохранить. Окей, может я не нажал, потому что я нажал продолжить. Ладно, у нас время тратится, ты потом очков меньше получишь, что ли. Ладно. Я с тобой сажусь. А тут моя машина стоит, вот. Это твоя машина? Да. Все такие раритеты какие-то. Да. Она у тебя желтыми парами. Ну и что? Я люблю по классике.
У нас столько машин, мы едем украсть другую машину. Да, причем ту машину, которую мы украдем, она потом откроется, и ты ее сможешь купить. И вот она как раз у меня была куплена, да, бронирована. Ой, это как раз... И типа весь транспорт будет открываться по мере выполнения хайстов. Поэтому изначально в игре никаких даже транспорта нету, которые, собственно, обещали. Там с пулеметами. Подожди, ну ты не начинай первый. Вот тут еще внутри. Вот видишь, он говорит, типа... Что там тоже какие-то гоняются. Вот такой не... А подожди, ты че ее на легком что ли поставил? На нормале. Надо было сложно ставить сразу. Че? Ну и ладно. Я все это на сложном изначально проходил с первого раза. Я ни разу не умер вообще за все ограбление, мне чисто дали. Я даже, по-моему, я ни разу урон не получил за последнее ограбление. Что я тут делаю? Я не делаю ничего особенного, извините, господа. На мне просто маска. А теперь я неожиданно беру... О, меня убили! Да-да-да, жизни команды, ноль. Но я немного неосторожно это сделал. Теперь, я думаю, они поймут, что я не просто парень в маске. И чё, всё нормально, поверь мне. Я разберусь. Они на самом верху, да? Вау, что ты там взрываешь? Всё, что нужно. Ну и главное, чтобы... Ай, ау. Машину я не взорву. Окей. Они просто меня разозлили немного. Сейчас будет такой негив, короче, из КС. Меня не осторожно, ты, это не ты взрываешь сейчас? Нет, но я не взрываю, нет. А чё взорвалось-то? Не знаю. Вау, вот это было близко, кстати. Очень всё? Близко. Только это не я взрывал. Это они, кажется, может быть. Может быть, это моя фигня, которая была у меня. И знаешь, что плохо? С крыши нельзя улететь. То есть тут нету трамплина никакого. А, нам надо съезжать. А да, я думал, что тут какой-то трамплинчик будет, но это... Вот тут нет. Ну ладно, короче, я еду, о чем. Ну на то у нас и бронированная машина, они просто понтуются. Сейчас нас будут въезжать, чуваки. Да пусть въезжают. Окей, нет, не пусть. Можешь не взять. А ну, я что, не могу. Все нормально, взять. Мы уже уехали. Что-то. Поэтому я буду твоим водителем на задании, да? Ты будешь вырищик, а вот у водителя такого, что там происходит? А с вами мы без масок. Ну, а нас знает. Если что, как бы я знаю, кого убивать. Чей труп насиловать. Но сейчас мне до этого дали... Мне дали золото. О, мне дали платину все равно. Да. Спасибо, игра, спасибо. Ой, ну опыта гораздо больше бы дали, если бы ты не поставил обычный нормал. Ой, ну я же не... О, 1886, ты видел? Да. Один раз. А, он будет сейчас кричать, орги! Сейчас будет, смотри. А, вот, сейчас. Сейчас, смотри, как они сидят, ходивают. Не, ну а то они нароком изнасилуют еще. Мне этого не надо, я такой только собаку потерял. А, ладно, получим по одинаковой доле. А, меньше 30 нельзя. Ты получим по одинаковой доле, и ты стал крутить мне меньше, делать деньги. Да я проверить решил. Насколько минимум. Сможем ли мы пробить наш потолок? Смотри, сколько у меня масок. Да, ты все. Я такой смотрю просто по сторонам. Синими масками на свете. Не одеть черную вот такую или вот такую? Хоккейная. Черная или хоккейная, как думаешь? Я думаю, черная лучше. Я сейчас тоже черную найду где-то тут. 5 секунд. Она дается бесплатно или нет, по-моему? Или покупаешь, она дешевая. А Заря, у меня такой... У меня чеченка. Это как та картинка, что чувак нам, помнишь? Эта маска называется потерянная балаклава. Типа, когда у тебя нет маски, и ты что-то себе поставил. У нас уже жизнь команды 0. Вот, я поставил. Ты вот в этом пойдешь? Да. Серьезно? Краплю по собакеру постель. Пойдем, Джон Вик. Не постели уже. У меня есть машина, которая тебе... Твоя, а я себе тоже вот.
Так я еду грабить банк, ла-ла-ла. Я уже представляю, как я сейчас на перекрестке останавливаюсь. Там такая музыка играет. Ла-ла-ла, я граблю банк, ла-ла-ла. Он такой, вау, это моя музыка как раз в тему сейчас. Он такой, прям в тему. И так, знаешь, на перекрестке останавливаешься, рядом копы. Да-да, и ты такой в маске аниме. Сэр? У вас какие-то проблемы? Я живу в свободной стране. Хочу катаюсь с дрелью в маске. Я почти приехал. Ладно. Ну это прикинь, если бы вот реально новости. Девушка в маске анимешной тёлки. А, мы вниз подъезжаем. Мы к нему сначала. Да, вначале к нему. Я забрал машину. Блин. Раз за разом. Долбаный. Я смотрю, как ты на телефон смотришь, вот змейку играешь. Первого лица. А, ты видишь прямо эту змейку? Ну, я не вижу, как она ходит, но я вижу вот эту программу саму в зону. Прикинь, еще походу надо было бы жрать что-нибудь. Как змейки, реально. Вирусы поедать. Еще не вечер. Мы не знаем, что в других ограблениях будет. А каркаю сейчас нам. О, было бы прикольно, если бы ты еще там и жрал. И что там еще были призраки, как в Пакмане. Помнишь, как в Пакмане, что призраки еще были? Вообще весело. А Рокстар такие, why not? Мы купили право на Пакмана вчера. У нас так много денег. Теперь они тоже купаются в деньгах даже. Собственно. Как ночь. А, воу, что это такое? Я же прошел 3. Что это вообще? Откуда она вылезет? А, все, нормально. Вот тут летающий этот. Да, Ласта. Ты взломал. Да. Мы готовы. Мы готовы? Ну, сейчас посмотрим. Воспользуйтесь телефоном, чтобы запустить программу разблокировки ОСИ. Как я это сделаю? На у меня прям появилась программа. Активировать, да. Лестер такой, найс. Открылось, да. Они такие, бля, все, заходим? Все, да. Время анимешить их по полной. Так, подожди, я возьму оружие себе какое-нибудь понтовое. Какое взять? Вот. Погнали. Hands up! Motherfucker, hands up! Могу бить их, да? Окей. What the fuck? О, убивают. Тут дохуя камер. Все, быстро лежать. Лежать, сучка. Сказал лежать! Охранника вообще нету, да? Лежать! Да. Лег! Используйте РТ, чтобы контролировать мощность бура для сверления. При слишком интенсивном сверлении бур начнет при... Лежать! Так, лежать, я сказал. Я чуть пока не... Бур перегрелся, окей. Орите сильнее, бля. Покричи мне еще, в микрофон кричи! В микрофон кричи! Ты тут сидишь, ты запуканный. Ну смотри на меня, если ты не запуканный. Я почти звонил. Ты спокойно понял, тебе нужно очень спокойно нажимать и спокойно да, двигать Да, я понял. Мне вообще нравится, вот это классно. Я люблю себе такую фигню, типа как взлом замков, знаешь, скорее. Да, это реалистично сделано. Ну это круто, мне нравится, да. Я уже все подряд в этом здании открыл. Я мусор стреляю. Что, у меня еще ячейка, все, больше ничего. Все, да, да. Ты забрал? Да. Пишем. Садись. Поехали. Окей, ладно. Ну теперь ты как бы можешь наслаждаться видом, стрелять по нему, если хочешь. Ну ладно, нам же спрятаться, надо еще стрелять. А, ты не хочешь стрелять по полицейским? Ну, а то а я не стрелял. Поймают, срок нам отдают. Смотри, сейчас весело будет. Вау, нифига. Такая мощность у машины. Да. Пронёшь, что ли? Причём она каждый раз так отлетает почти. У меня даже, когда другой чувак играл, у него даже сильнее улетело. Сейчас давай вот эту, сейчас режу. Окей, это большая. Но она все равно отлетела. Там даже человек такой, да. Он просто... Такой, нихуя себе чё-то. Ой, я прям через дырочку пролезаю, найс. С рукой. Он, он отводит или что? Поэтому нам и была нужна бронированная.
Вот смотри. До-до-до-до-до-до-до-до-до. Каргобоб уже идет. А, нас поднимут? Да. Смогут? Надеюсь. А он сам подлетит, я не знаю. Окей, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Он как мысль. Окей, окей, ладно. Все. Они такие, бля, так нельзя, такое, это нечестно. Ну ладно, хрен с ним. Я подумал еще, магнита, сука, из этого, из... Да, магнит. Из Breaking Bad, он такой, Magnets, Magnets, bitch. Орги! Орги. Yes, it is the holiday season at the Crest residence, and Daddy's out drinking. Папочка пошел в бар. Ой. Такое выкинул. Вот, ребят, я вам звек. А он не сразу ведь переведет деньги? Не, он деньги-то сразу придет. А, ну ладно. Что значит, надо цепляться? Ты убивал кого-то, кстати? Не. Никого не убил? Пугал. Ладно. 143 тысячи добычи чистого. Но да. Тебе за первый раз дадут 100 тысяч дополнительно. 70%, ой, 50%, 71, элитные испытания. Завершено меньше, чем за 5. Из-за кого мы все провалили? А, машина транспорта там, без смертей, меньше, все нормально вроде. Не выполнено, а чем мы провалили? Машина, урон, по-моему. Машину мы провалили и время мы провалили. А, мы такие в баре сидим. А у меня белый экран. У тебя началось что-то? Ну, у меня закончилось, да. А у меня белый экран. Мне катсцену показали, где мы в баре сидим. А, вот в баре сидим, выпили по пивку. И там, знаешь, по телевидению два человека огромные. Да-да-да. А мы такие в костюмах даже. Да-да-да. В фасках пьем через ног. В перчатках такие, да, здорово, ну все, отлично. Хорошо, хорошо. Деньги считаем. Честно, было бы... Окей, опять открылись. Да, я тоже. Нет, это не радует, это колесик. Ну чё, теперь ограбление масштабное, пойдем. Ну да, вот у меня сейчас готово ограбление новое. Мне говорят домой зайти. А, ты уже все загрузился? А, я тоже. Побег из тюрьмы, расходы на подготовку 40 тысяч баксов. Продолжить? Окей. 40 тысяч баксов не стоит это ограбление, поэтому... Ты как бы не подведи меня, иначе я расстроюсь ведь. Расстроюсь я, блядь. Буду такой говорить, 40 тысяч! Стэтхэм такой в основном фильме, я загрузчик. Побег. Что? Я загрузчик. Что? Я загрузчик. Что? Дошли нахуй. Все, я на месте. Да нихуя не на месте. Я на месте, что значит нифига не на месте? Ты еще. Я вошел уже. Вот теперь ты вошел. Я уже давно вошел. Ты не был, ты не выглядел а вошедшим. Кого мы спасаем? Что это? Это не мы этого, какого-то чувака, Рожковского. Какого-то Рака, короче. Раковский. Раковского из тюрьмы боулинг. Рачил, короче, в этом в Counter-Strike. Раковал там по полной, и мы его спасать будем. Тихо, тут сюжет идет. Что за мистер Крест? Она не здесь, ты что, не в коридоре ты, Миш? Он такой, нихуя портал? Здесь подсобка. Вон у меня комната отдельная для ограблений специально для тебя. А там мы сидим такие. Не, сейчас вы такие придете, типа, ну чё, чё, бухать пойдем? Бухать пойдем? Он такой, уии. А, какие ладно, все вот уродливые. За на тот чувак справа, он вообще какой-то некрасивый. Личная акция, которую можно повторять снова и снова. Профессор Максим Рашковский. Профессор? Профессор? Three doctorates, overconfident polymath, vain sociopath. Такой, я его не знаю. Ну и такой, перевернул вверх ногами, такой, чудо не узнаю. Так и дебил, переверни, не так надо смотреть. А, ну, теперь да.
Ты видел его? Я такой, нет, не видел, бля, мы не видели. Не напоминает никого. Ну, он применил. Настоящий предатель. А, нет, не про меня. Четыре этапа. А почему они все отмечены? Еще третье задание не отмечено. Потому что это финальное задание, видимо. Мы можем сейчас делать, выбирать, какой сейчас. И два, три, четыре. Ты сейчас можешь выбрать... Так, первое как... дело самолет, потом машина. Да, а потом уже все это будем делать вместе, последнее задание. It's currently being used to traffic drugs by Я такой, да-да-да, твоим вплотную подошел. Все, да, все закарашиваешь. Ты не стеклянный, ушел. Блин, самолет вообще в третий вообще ушел, четвертый, точнее, вообще ушел, видимо. С нами черный, кстати, с нами Нига. Но он не шоколадный, я не то, что хочу. Вполне возможно, что он индус. Кажется, я лучше всех увижу. С открытым ртом стоит такой. А, это тоже стоит. Относительно надежно, так что напоминаю Рожковский. Он такой, деньги! Че, можно... А, можно... Перед тем, как браться за задание, подготовить, вы должны выполнить все предыдущие задания. А, можно как, в каком хочешь порядке выполнять их? А, можно сразу четвертое или четвертое нельзя? Можно сразу третье. Но четвертое, говорят, чтобы четвертое выполнить, нужно выполнить предыдущее. А, да-да, все, да. Так, короче, вначале будем самолет пиздить. Давай проверим подобранный. Мы до этого играли в стиле. Я играл уже с подобранным. Я всем выберу. Или общий выбор банда, общий выбор лидер. Ну вот будем все как терминатор одет. Да мы не терминаторы. Мы, блин, так. Какие-то просто дезертиры. А я могу вам поменять? А, я могу все поменять. А чё только у одного меняется? Я чё конкретно... Ты зачем его переодеваешь? Меня переодень. Конкретно каждого могу переодеть. Я не хочу быть таким. У меня нормальная одежда. Я выгляжу как гофлер. Что, нет, ну хватит. Все нормально. И ты один остался. Нет, я не хочу быть доктор домом. Я должен выделяться среди них. Типа я отвечаю за них. Нет, ладно, все. Я не могу еще и одежду чуть поменять, типа, что ты выделялся, что ты типа главный. Ой, отлично, отлично, все, найс. Перчатки можешь так поменять? Потемнее сделать. У меня причем одежда самая хуже, чем у вас, на самом деле. Я какую-то фигню наставил. Не надо было тебя слушать. Меня слушать? Да, поставь. Ну, опять я виноват. Поставь всем, как у всех. Опять я виноват. Меня одели, мне тут выбрали одежду, я еще виноват. Ну, найс. Так, там твоя машина, тут все с машинами. Ой, какие все крутые. А нельзя вертолет засылать? Да, я думал. Все, я поехал. Какая-то хуйня. Ну, хуяне для вертолет. Он такой, нельзя вызывать вертолет, ты должен украсть самолет. Ты такой, ну нет, мне не для этого. Он такой, нельзя. Че, хитрый, да? Нельзя. Так я обычно так все задания выполняю. Я вначале вызываю вертолет и лечу туда. Потом всех убиваю. Нет, так нельзя. Блин, ну не врезайся только. Ты в меня врезался. Ну конечно! У меня по камере ты в меня врезался. Я врезался. Я виноват, что мы в других костюмах, я еще врезался. Блин, ну все в меня врезаются, только потому что вы быстрее, так нельзя, это... У меня вообще Сабра, это моя первая машина. Теперь меня в бот врезался. Я как пацан... Так, нет, я первый буду. Я вижу эту машину, там человек умер просто. Срать меня. Называется незаметно едем украсть самолет. 10 аварий просто с смертельными исходами. Нормально. Всегда так езжу. Ага, я уж понял. Блин, не туда. Хотя нет, можно и сюда. Он делает вид, что он не ФБРовец. Делает вид, что нет, то есть он ФБРовец. Ну он ФБРовец. Чего ты делал? Думаешь, это подстава все? Но мы же с ним играли.
Мы с ним играли? Ему потом это... еще его замочат. Ну это давно было. В конце игры в самом. Это давно было. Я что, помню, что ли? Больше года уже. Ну, смотря, правда, какая концовка. В одной из концовок он я мочит. Спас обоих. Ну вот его в той концовке его замочат. А, ну значит, у меня его убили. А, это все, который в багажнике был, по-моему. Не, в багажнике был другой. В багажнике же был богатенький вроде, нет? Я уже вот, не помню. Вот именно, я тоже не помню. Дороги для неудачников. Леон поддавался. Кем врезался. Я врезался тоже, потому что... Вау, вот это он летает. Он, короче, как форсаж, там перевернулся все. Все, я его такой, воп-воп-воп, я еду дальше. Главным противником пока что является дорога. Я, кстати, не помню, я выбирал сложность сейчас здесь. Мне кажется, мы на обычном... У нас есть жизнь еще одна. Да, но она сохраняется вообще на протяжении всего времени, по-моему. А, или на хардкоре. Вот, теперь одеть маску. Сейчас я приеду к вам. Чтобы скрыть вашу личность или запугать врагов. Да. Ты собираешься прийти на вечеринку? Ну я еду, одеваю маску попутно, знаешь, так. Бреюсь, маску одеваюсь, так не раз одеваюсь, так да-да, ща, я быстро. Как Бэтмен там. Игра никак не могла понять, что я хочу убить того чувака, который стреляет мне со спины. Воу-воу-воу-воу-воу. Тут машина приехала. Блин, нет, не по мне стреляйте, не по мне. Get the fuck out of here. Так, ну вы как бы стреляете немного активнее, я пока... Игрок покончил с собой, это радует. Он такой, хватит этого дерьма, меня арестуют. Такой, нет. Дайте я сейчас убью сон. Ладно. Чё случилось? Что произошло? Что произошло-то? Не понял. Он, походу, соснул. А как так вышло? Я не Смотрел, знаю. Что взорвали? Смотрю, же вроде стоит в ангаре. А в чем проблема-то? Какого он уровня? 59-го? Я не знаю. Перезапуск. И маску не одевает. Ну, блин, ну. Не рашьте, он говорит. Не рашьте, пацаны. Вас всех порешает на своей машине. Ты какого хрена? Че этот даже не, там ничего не делает? Так, короче, прикрывайте. Пока попытаюсь угнать его. Расстреляли там кого-нибудь? Да, расстреляли, но не всех, они еще идут. Более того, по мне даже кто-то урон наносит. Выезжай, короче, там, газуй. О, черт, там машина стоит. Ну ты проехал. Нихуя не проехал. Если вы, блядь, не будете стрелять ни по кому, я и нахуй умру здесь. Я стреляю, пока бегу к тебе. Все, ты улетел. Ай, блин, сейчас я умру. Ты расходный. Ау, нет, я не умру в этой игре. Ты как бы expendable. Никакой я не expendable. Я могу того пожертвовать. Ай, блин. Один чувак у нас уже сдох. Это я. А, стоп, это не я? Если кто-то сдохнет, то что, игра заканчивается? Вы серьезно? Это же нечестно.
Почему? Не, стоп, не может быть так, что умираешь, и игра заканчивается. Ой, в чем смысл видимо, тогда? Видимо, да, видимо, кто-то умрет, игра закончится. Пиздец. Ну, тогда дебилов вообще брать нельзя. Кто? Ну все, это конец опять. Охуенчик. Хуля ты туда пошел? Легче было вдвоем, наверное, играть, честно. Да. Нахуя эти люди нужны? Не, один стреляет. Я не знаю, как... Я выхожу из этого. Ну куда не выходи. А же вечеринка только начинается. Окей, это меня взрывается. Если он сейчас взорвется, рядом со мной будет нихера неприятно. Некоторые... Все, я ворую. Где яйца-то? Они там отстреливают хотя бы? Ой, вот знаю, что они там делают. Там все взрывается. Что кто-то устал проходить это говно. А вы можете сесть ко мне? Не знаю, блядь. Я надеюсь, что если я доеду, то бы там не сдох. Ну, только эти хуйсос. Так. И остальная команда должна остаться и разбираться. Свагос. Pilot, come in. Is there any cargo on the plane? Drugs, guns, wild animals? I guess if you're flying, you haven't been charged by a... Честно, было бы проще купить самолет с моим самим. Сам по себе миссия жутко тупая. Да. То есть я имею в виду, что тупо, что идея, люди умирают, и тебе такие, все, провал. Да мне похуй. То ли меньше их станет от этого сдохли. Здесь можно как-то это отменить. Он такой продолжает говорить, что он... Этот самолет самый медленный самолет, который я видел. Все, мы его зачистили. И даже не сдохли, смотри. С третьей или четвертой попытки какая-то. Четвертая попытка. Да потому что больше нет другого. Третьего чувака, кажется, с нами нет. Я не знаю, я не вижу здесь третьего. Где все, он? Он на ФК, с вами там. Со мной только это, который стрелял хотя бы. А тот я вообще не знаю, где. Один на респе, что ли, остался? Да, а сейчас вообще... бац, он вылетает, игра провалит. Это будет пиздец, если так будет. Короче, но... я понял, смысл ограбления в том, что лучше маленькая, но сильная команда, чем много на дебила. Потому что вот сейчас мы затащили, потому что вот этот вот третий, он ничего не делал. Ну, как его третий. Зовут? Не знаю. Посмотри, вообще. На который с тобой как его зовут. А, который со мной Лайтер 2013. Вот этот Ву Вивер, у него 59 уровень, он хуйня какая. Да, он умирает, умер. Он Росомаха вроде типа того. Ну, хуйня, да, я согласен. Подождите с посадки, мы ждем, пока ты сядешь. Да, но я лечу, потому что самый медленный, говорит, самолет на свете. Я пойду свою машину заберу. Можешь посмотреть на карту, как я до сих пор лечу. Он так и стоит тут с моим оружием. Я его позбиваю пока. Я реально тупо на... в аэропорт. Ладно, не буду, а то он еще сдохнет. И мне как сейчас идет, мне не буду рисковать, пусть стоит на месте. Интересно, я могу маску уже снять, нет? Я ему такой, ты вообще из моей силовой команды выгнан, придурок. Наземная команда просто соснула из-за тебя, ты не в команде больше. Ты перед ним стоишь, что ли? Да, я ему факи показал, и если была возможность, я, знаешь, я бы как бандит просто такой... Он такой подошел бы ко мне, такой, извините, извините, я там не смог это. Я такой, ну да, 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 и просто застрелил. Он катсцен показывает?
Нет. Только мне, я там с азиатами какими-то стою. Да мы ждем посадки твоей. И уезжаем отсюда на машине. Нет, какие пошли, подошли ко мне какой-то азиат, говорит, мы об этом позаботимся. Все, закончилось. Ой. Чё, блядь? Чё, блядь? Ты золото получил. Чё я золото только получил-то? Чё так мало? Хули-то так мало? Хули золото вообще? А что ты хотел? Платину! Я платину. Три раза я выполнил задание, считай уже. Я, если бы у меня Авермидия не зависла, я бы вообще да, не... Да, можешь просто по количеству убийств, я убил дофига, поэтому... Ну сейчас посмотрим, сколько ты убил. Типа, я недостаточно быстро взлетел, что ли? Мы чё? Ты слишком медленно летел. Но много урон самолет получил, что ли? Ты слишком медленно летел. Слишком медленно. Чё за хуйня вообще? Это было слишком медленно. Надо было лететь быстрее. Но нам ничего не показали. На тебя награда назначена. Дай я тебя убью. Нет, стой. 5-7. Сейчас, стой. Ты такой, гори. Гори, гори. Ясно, чтобы не погасло. Тоже теперь меня убить. Смотри, чтоб тебя... Ты сейчас сам сдохнешь. Я такой... Я готов ко всему. Я такой, нет, я должен. Все. Пиздюк этот тупой. Ну, приглашайся за снова. Ну, его я точно не приглашу. Сейчас ну, смотри, вот этот он лучше играл. Смотри, как мы еще сделаем. Это тот? Да. Давай, убивай его. Блять, он телепортируется. Сука. Отсоси, блядь. Отсоси. Просто расстреляли такие. Пиздюк. Ты уволен, мы такие. Как ты уволен просто. Место в этом клубе ваше прекратилось. Так, и все, до свидания. Членство в нашей войне. И полетел я такой. О, окей. Долбанные самолеты. Все нормально. Ты исключен из нашей банды. Ладно, давай вдвоем попробуем. Для этого подгазин задания нужно больше игроков. Ну вот, мы застряли. Это были последние слова? Окей. Я сейчас тебя ограблю. На твою жизнь я ограблю. Окей, команда. У меня есть машина, в которую могут сесть все, если хотите. Угу. Авторитет мне дали. Есть своя машина. Мистера Джонсона. Мистер Джонсона я буду называть. Окей, it's time to catch the bus. Так, ловим автобус. Блин, ну почему нельзя вызывать просто вертолет туда? Им придется сейчас звук еще отключать. Чё? Я тебя в двойном это... Ну ладно, я себя уберу здесь. И такой раз из игры выходишь. Я бы вообще расстроился. Чё мне, кстати, не показывают? Или он в движении? Да, он едет, по-моему. Да, он выехал из тюрьмы, и мы его сейчас оставим по пути. Вы еще не останавливаете его? А ты что делаешь? Я еду. Ну, мы почти его догнали. А, дожди, а другой чувак уже доехал. Он уже остановил. Он что-то стал стрелять там. Чувак, ты раньше времени начал стрелять. Мы главное, даже... чтобы он не сдох. Он, типа, он типа высокоуровневый. Ну, типа, блин, этот Вулварин тоже был высокоуровневым. Ну, относительно. Как нам его остановить, когда этот автобус? Сказать, you shall not pass. Собственно, нужно водить, идите от полиции. А, нет, его уже украли. Там вроде уже кто-то внутри. Он перевернул ёбаный автобус.
Там же кто-то внутри свой. Просто надо уйти от полиции. Квестеру звони. Блять. Думаешь, это раз работает? Нет, я шучу. Блин, я думал, реально сработает. Я уж обрадовался. Нам нужно взорвать вертолет, который видит. Ладно. Сейчас отъедем, я стингером по нему пальнул. Я оторвался. Наш-то не оторвался еще. Блин, что это делает, чувак? Ты что, к нему в полицию призвал опять? Я нет, у меня вообще нет копов, я просто смотрю за ним. Что происходит? Он до сих пор не оторвался от нее. А ты оторвался? Ну я пытаюсь от него оторвать полицию, но он едет как мудак. Ну ты не оторвешь от него полицию. Да сейчас наш придурок умрет. Нахуя он вышел из машины, скажи? Если честно, просто вот ему в поле бы и все, там в поле едут за нами. Нет, все, в поле не едут. Тут отвлек на себя внимание. Он брал, сейчас подошел. Еще сдохнет. Сейчас сдохнет. Хотя тебе что-то, что сдохнет. Да, ладно, я уйду сам от полиции. Я буду надеяться, что этот придурок родные поздно. Я надеюсь, он уехал так далеко, что он должен уйти от полиции. Далеко уехал я не знаю, как он там. В поле уехал вообще, в горы куда-то. Я еду за ним и надеюсь, что он сейчас застрянет еще тут. Фух, нет, все, проехал. Нет, коп... А, это кто? А, это другой к нам подъехал. Все, мы прячемся, типа. Ну, я тоже спрятался. Среди поля? Нет, в горах, в горах. Я вижу вас. Так вот у людей эти уровни получаются. У него там 80-й уровень, ничего не умеет. Окей, сейчас оторвемся. Если он опять не ступит. Съезжай вниз. Или люди эти уровни, что ли, реально другу дают поиграть. Съезжай вниз. Да, вот туда. Давай, давай, быстрее придави. О, все. Приходит Ричард и засирает все задание. Финальное ограбление просто. Просто все. Такой, ща, я их кастрит. Да, да, ща я. Ой, смотрите, у меня ножик продался. Да. А кто его? Ой, извините, мне брат звонит. Ой, смотри, киса. Блин, этот перевернул автобус. Ну, он может отвернуть обратно. Я верю, то, что он перевернул. Еле-еле, я не хочу так все. Я как заставить его? Можно выгнать его и пересесть на место водителя? Че нет? Нельзя, ты не сможешь. Может, он добровольно выйдет? Я не доверяю я его. Думал, он слишком глуп, чтобы добровольно выйти. И он сейчас ведь нас всех убьет. Этот автобус тут летает просто. Он сейчас куда-нибудь залетит в канал с водой. В мини-болотце какой-нибудь. И все. Не накаркает. Ну что не накаркает? Дураков это не спасает. Понимаешь? А вот он, ну вот он опять переворачивает его, и опять переворачивает, и опять, он как будто потолки пробивает, только нет, не так. Меня слышно сейчас? Да. Прекрати переворачивать ебаный автобус. Нормально? Да. Сейчас, я попробую пересесть. Я зажал, я его выкинул оттуда. Если ты его перевернешь, я тебя убью. Да я не перевернул. Полчаса уже. А вот, наконец. Ну просто, блин, понимаешь, в чем суть? В том, что тот ехал не по дорогам, а по каким-то странным каналам, чтобы его переворачивало каждый раз. А я сразу взял и выехал на дорогу и такой, чувак, тут же дорога, просто езжай куда показывает указатель, не въебывайся. Не сбей меня, блин. Я тебя не собью, не могу сбить. Блин, ты видел этот сзади, который вылез, думает, да. Так. Ой. Мы стоим такие злые. Я например, злой, я уже такой. Держи свой сраный автобус, Питер!
И просто в лицо еще. И в лицо ему такой плюет. Фу на тебя, сука. Блять, да вы заебали! Это хуйня просто. Я сбил сраный вертолет. Че, за что тебе платину дают каждый раз? Я сразу почти две графы на уровень качнул. Ой. Они такие, не, ну он по стилю одет. Ты че, смотри, видишь, костюм черный. В маске как надо. Все, аккуратно довез. По дорогам ехал, вообще-то. Мы такие, больше это никогда не повторится. Понял, Валварин, ты больше не с нами. Так это Валварин вел машину? Сначала он, а потом в конце я. Так он вел машину. В начале, да, он опять вел. Он, блядь. Так я же тебе говорил, переворачивайте. Это его, он переворачивает. Сука, держи, блядь, второй раз, сука. Если ты не понимаешь, нихуя. Куда ты убежал? Куда ты убежал? Вот такой перестань. Пожалуйста, хватит. Да я просто уеду отсюда. Такой, сука. Хватит меня злить. Ты ко мне в машину сел? Пассажира можно. Любой машину сесть. Застрелил просто, водителем сел. Так когда ты автобус водить не мог. Охуевший. Тоже мне ко мне сел. Самолет взял. Начал бандитскую разборку. Случайно, потому что хотел взять самолет. Но появился этот здоровенный. Какой у Ричарда уровень? У Ричарда, и, по-моему, ниже, чем мой. Или такой же, как у меня. Сейчас я запалю. Это не обнадежило. Сейчас я скажу, какой у меня уровень. У Ричарда 43-й. У меня 40-й, на 3 уровня выше. На 2, точнее, потому что у меня почти 41 уже. Прикольно летать. Да, только давай побыстрее задание выполнять. Я на парашюте приземляю свою квартиру. Опс. Прямо башкой в двери. Ты так, это не будем играть. Игровые сервера Rockstar сейчас недоступны. Вернитесь в GTA 5. Если я просто онлайн даже нажимаю, мне моментально говорят, что я не могу. Ой, блин, мы теперь внутри и не можем ни с кем играть. Я бы тебе врезал, да мне не дают. За что мне врезать? Да просто со злости, что ничего нельзя врезать. Смотри, зато видишь, у меня до этого было, типа, не было вещей, а теперь смотри, сколько вещей видно. Все вещи. У меня голд вообще стоит, ну-ка. Смотри, ну в реальной жизни не всегда будет хуже. Я смотрю на то, как она пьет, и мне уже плохо. У меня тупо не заходит просто голд, как бы. Просто да. Ричард, который... Ты можешь создать одиночную игру? Ну да, в одиночный, да, все нормально. Голд у меня есть, все. Я одиночную в мультиплеере. А, одиночную в мультиплеере сейчас. Че я нажал, блять? Уйди. Xbox, хватит. Он тебя не понимает. Меня так бесит, когда он вгружается и загружает заново эту хуйню. Я не чувствую опьянения, серьезно. Что-то я чувствую себя нормально. Just fine. Да я вижу по тебе, как... кажется, в говно вообще, я сейчас вырублюсь. Я вижу, как ты наливаешь, да, это я уже хуёво. Я уже такой, знаешь, такой, едем по кочкам, переверни машину, я сам переверну тебя, наливай. Да какая большая бутылка. Игровой сервис Rockstar сейчас недоступен, даже с одиночной сессии. Ну, попробую выйти из игры. Вы убили мою собаку, да пошел ты, я сына твоего убью, понял? Ну ты уверен, что у тебя... Гол, да, я проверил, есть. Мне там игры предлагают бесплатно сюда. Я уже сейчас, вообще прям сейчас... Совсем уже, понимаешь, меня колбасит не по-детски, я не вижу. Все, кажется, отключаюсь. Нет, да, я отключаюсь. Нет, ты еще жив. Я, вот. Просто упал в квартире и пропал. Упал и пропал. Я такой, я за тебя, да? Я такой, пока я домой. Окей, я отказал. А, я у больнички. И мне Мэрива... А, нет, мне... Но я от вина не особо напился, если так сказать. Это вино, ты не напьешься от него. Да уж, прямо так вот и написано на вине. Это вино, ты от него не напьешься. Ну там почти это же написано. Такой, а хуйня, не алкоголь. Вот тут моя машина стоит. Припаркованная. Правда, дверь открыта. Кто сидел?
Вместо того, чтобы налить, она закрыла бутылку и упала. Тоже упала, да? Да, она закрыла бутылку перед этим и упала.